по идее, значит, даже выставлен идеально, то можно не крутить, понимаешь? Ну вдруг где-то чуть-чуть там, понимаешь, миллиметр какой-то берет. А тут можно по ножу, если бы не прижимает там по этому, по валику, понимаешь, сразу видно, что косой. Даже если угол придавлен, то ничего страшного, ты же его держишь.